Всем привет! Я сегодня вам расскажу в видео, как решить проблему со смартфонами LiEECO, чтобы при 20% не выходила надпись «Графический интерфейс системы остановлена», и чтобы телефон, вместо того, чтобы мерцать и чтобы ничего не работало, чтобы все работало прекрасно. Итак, слушаем внимательно, что нужно делать. Итак, заходим мы в настройки и далее выбираем пункт «Батарея». Далее выбираем пункт управления энергосбережением. Нажимаем, видим то, что заряд батареи у меня 5%. До этого телефон выключался при 20%. Точнее говоря, он не выключался, а начинал мерцать и ничего не работало. Ничего невозможно было сделать. Сейчас же мы увидим и здесь 5%, и здесь, возможно, вам не видно, но тоже 5%. Итак, что же мы делаем для того, чтобы телефон работал до 0% без проблем? Итак, как мы уже сказали, значит, давайте еще раз вам покажу, да? Значит, батарея, управление энергосбережением, нажимаем, далее идем вниз, выбираем режим энергосбережения и включаем его. То есть до этого он был выключен. Поэтому при выключенном энергосбережении смартфоны LiEECO начинают глючить, начинает мерцать экран, выходит надпись «Графический интерфейс системы остановлена». Включаем энергосбережение и смотрим, чтобы был умный режим. Вот он. Сейчас попробую, чтобы камера сфокусировалась. К сожалению, вынужден записывать видео на ту камеру, которая под рукой. Поэтому не очень хорошее качество. Но главное, чтобы вы уловили суть. Чтобы включить энергосбережение и выбрать умный режим. Вот можете проверить прямо сегодня, да? При 20% не будет никаких проблем. То есть, при 20% включенном энергосбереженном режиме телефон дальше работает, как любые нормальные телефоны. Спокойно можно делать все, что угодно, слушать песни, смотреть видео, сидеть в интернете. И я вам советую вот этот режим энергосбережения, чтобы он был у вас включен постоянно. То есть вообще его не выключайте, потому что он ни на что не влияет. Никакие функции при выборе умного режима энергосбережения на смартфоне LiEECO не отключается. То есть у вас работает связь, у вас работает интернет. У вас нормальная производительность в играх, да, то есть вы включаете, я пробовал, проверял, сложные игры, да, и они идут хорошо, никаких проблем. Единственное, что, в чем разница? Разница в том, что, вот, сверху индикатор заряда оранжевого цвета. И все, больше никаких проблем. И сверху на шторке написано, что включен режим энергосбережения, да? То есть ничем этот режим вам не мешает, но зато плюс в том, что вам не нужно бежать и заряжать смартфон при 20%. А у вас есть еще 1/5 часть уровня заряда аккумулятора, которую вам при нормальном использовании хватит еще на полдня. В режиме ожидания, да, для звонков. Или вы можете еще целый час слушать музыку. Поэтому пользуйтесь данным режимом, и ваш аккумулятор будет работать вплоть до 1%, как любой другой нормальный смартфон. Не нужно ничего перепрошивать, как делают это многие. Пользуйтесь, радуйтесь. Если вам это помогло, обязательно ставьте лайк, обязательно напишите комментарий. Спасибо, помогло или ни хрена ничего не помогло, но мне данный способ помог. Все, как я уже сказал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем пока.